читаю стихи русских поэтов, начиная с 18 века и по наши дни. Упор делаю на региональных поэтов, знакомых, незнакомых. Всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Евгений Багрянцев, Республика Коми. Шостакович. Он исцеляет музыкой не той, что тешит душу патокою сладкой, а той, что жалит острою иглой, прокалывая шкуру под лопаткой. Быстрее стихнет внутренняя боль, когда лекарство вводится подкожно. Земная неподкупная ее доль устала нож, закладывает в ножны, бесшумно рассыпается стена кирпичной кладки на замесе прозы. В груди проходит мощная волна, прихлынет к горлу, закипают слезы, но ловит напряженная спина тяжелый взгляд неведомой угрозы. Ля минор. Потребен нравственный ухаб за тем, чтобы взмыть над произволом рутины и откинуть клап над черно-белым частоколом. Но для меня бесценен шанс курить и, выбросив окурки, соднящий сердце диссонанс найти в шопеновской мазурке. Зима, печальный ля минор, оплатит честным белым налом, укрыв пустой и грязный двор пуховым, чистым одеялом. Декабрьская прогулка. День клонит к темной половинке, смеркаться стало после двух. Иду дворами по тропинке. Кружит, взвиваясь, легкий пух и оседает на ботинке. С ним в такт вращается в уме нафантазированный глинкой вальс, подобающий зиме. Он не грозит душе порезом, когда снимает грубый слой сверхделикатным ми-диезом и доминантою двойной. Над головою в сером тесте кусочек неба голубой не закрывается и вместе передвигается со мной.